По требованию прокуратуры Московской области во дворце спорта «Видное» проверили выполнение санитарных норм, а также систему противопожарной безопасности путем инсценировки возгорания. Совместно с прокурором в осмотре здания принимали участие заместитель начальника Подольского отдела Роспотребнадзора и сотрудник МЧС по Ленинскому округу. Провели осмотр. Здание отдельно стоящее, обеспечено всеми центральными коммуникациями, водоснабжением, отоплением. Отделка стен помещений позволяет проводить влажную уборку и дезинфицирующими средствами, в том числе. Имеются раздевалки, имеется освещение. Провели, осмотрели. Нарушений сильных нет. По результатам проверки был выявлен ряд нарушений требований в области пожарной безопасности. Информация будет подготовлена в своевременные сроки и направлена в Видновскую городскую прокуратуру для принятия решений. Несмотря на некоторые нарушения, которые были выявлены, в целом прокурорская проверка Дворца спорта «Видное» прошла успешно. Небольшие замечания, которые присутствуют, я думаю, что мы устраним в кратчайшие сроки. Надзорные органы будут и дальше следить за соблюдением установленных норм в объектах массового скопления людей. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».